Таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан, полный мухоедства. Господи, что такое? Но если когда летом в стакан лезут мухи, то происходит бульседство, всякий дурак помет. Не перебивайте, не перебивайте, вы видите, вы видите. Пожалуйста, сначала. Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан, полный мухоедства. Место занял таракан, мухи вас раптали, полночи на стакан дубистеру закричали. Но пока вынесел крик, подошел Никифор благородно шестерник. Тут у меня еще диета кончена, но все равно словами Никифор берет стакан. И несмотря на крик, выплескивает в лакан всю каменью и мухи таракана. Что давно надо было сделать? На замете, сударыня, таракан не ропчет, таракан не ропчет. Что же, касается, да, Никифора-то он изображает природу.